Нет! Данёк, сейчас там 40! Нет! Мужик, ты что, на приколе? Ого, сколько! Зачем мне там 4-1 за 16к? Братва, толпой бежим! Толпой! Нас забрали! Нет! Нет! Ребята, вы посмотрите, кто зашел за них. Что вы уже Велю подмогу зовете, да? У меня авик есть интересный один. Нет! И доброго времени суток, мои уважаемые подписчики! И прямо сегодня со мной два братика. Братики, поздоровайтесь! Алембула. Алембула. И что ж мы с вами записываем? Расскажите. Братанчик, у меня уже жесткие скинчики имеются на месте, поэтому готовься. Короче, пацаны, мы снимаем видео. Я покупаю скины, с которых меня замочат. Нет! За 3500 юз хочет тебе. Нет! Нет! Слышь, у тебя дешевые скины. Братва, прожмите лайк за такое крутое видео. Нет! В смысле, за кем-то... Могу прятаться? Нет! А, не на нож! Что за фигня? Почему он сюда уходит? Это трэш! Чего я творю? Дефай, забей, пусть бегает. Да! Пацан, я ей сдал! Кентуха, это знаешь, когда ты чувствуешь, что ты сейчас сольешься, ты игру жизни всегда играешь. Меня тиммейт кинул! А где все? Я дефаю, забей. Ты где, Кентуха? Кентуха. Нет! А сколько это стоит? А я не знаю, но она D10, наверное, стоит. Ну, братва, идемте покупать. Меня замочили с дешевого скина, и я покупаю рандомный скин из удаленной коллекции, чтобы было веселее. Я беру Ориджи, Фуриус и Райвел, и мне выпадает 377. Ну, такой себе, ладно, покупаем. Купил, погнали дальше. О, нас опять трое, смотрите, кто за меня играет. Вы сейчас бан получите, поняли, если будете сильно жестко играть. О, тебе разработчик зашел. Ну да я же говорю, пацаны, поэтому сейчас мне надо ломать кабины. Так, мы там дешевые скины здесь взяли? Да. Салис, брат, ты дешевые скины взял? Ну у меня только дешевые. Ладно, шучу, я самые дорогие выбрал. Что тут? Да блин, меня чел от ВК стоит! Нет! Нет! Что там 40? Нет! Мужик, ты что, на приколе? Ну-ка, с чего ты выбил, покажи. В смысле, это нормально, по-твоему? 8-40 статрек! Так я хотел статрек один сделать, чтобы ты... Идемте покупать. Чего? Мужик, ты гонишь? Ты гонишь? А сколько он стоит? 200к? Мне там полчику продашь, чтобы его купить. Зашибись. А боба! Я твой рот труба шатал. Ладно, ставим 45к и будем покупать. Братва, ну, к сожалению, вот это только на запрос. Будем ждать. Ну, а мы идем дальше. Ребята, счет 2-1. Напряженная битва. У разработчика 0 киллов. Нас кинули. Нас тиммейты кидают. Нет, меня тиммейт кинул вот этот, когда зашел за меня. Уже просто сходу. А, меня разработчик минус 93 ему дал. Так, я буду идти за разработчиком. Ой, Данек, я вижу, у тебя калашик имбовый какой-то. Нет! А, стоп! Подождите! Я же не покупаю эти скины, это же не вы убили. Это не все, правильно? А кто тебя убил? А с чего убили? А это каста-трек! Откуда вы там убили? Не, ну стоп, это не в счет, я забыл. Только ж вы считаете, с тобой не стали, все. Ладно, у меня эмочка интересная есть для тебя. О, вас трое, все, мы сейчас возьмем раунд. Найсик, минус один. Не, даже не думай. Кто там в апсах? Нет! А где он? Я ему дал с ножа, ему просто... Нет! А что ты меня замочил? Я даже не видел. Подожди, что ты меня замочил? Сэмки, паладин, статрек просто. Спасибо, братик. Идемте покупать опять. М4-1 паладин. Слушайте. Ого, сколько! Мужик, это тильт. О, чё, смотри, это же 16к. Да, но это 16к. Зачем мне там 4-1 за 16к? Мне нравится моя баблгам за 300 голды. Ладно, идемте дальше. Вот мне нравится записывать видео с тобой на Миссалисом. У них такие скины дешевые. О, это ваш тиммейт жесткий. Блин, тиммейт спер кентуху у нас. Ничего, пацаны. За меня разработчик там сидит. Нифига, он реально с щитами разработчик. Блин, вообще не знаю смысл игры, из-за меня боты играют. Я вообще один! Сталис, приходись за меня. Разработчик всегда дает, слышишь, раздефать. Бро, ну помоги, ну реально я один, у вас четверо. Ладно, давай, я помогаю. Обоим готов попочку. У меня есть стопнычка. Имба. Я помогаю. Первого вынес. А, второе меня вынес. Нифига, у него М-ка. Его М-ка. Я думал, это не кентуха. Минус 2. Легчайше, братва. А что там у него обойна была? Взял эмочку самурай, да? Я еще пожестче взял сейчас. В смысле, еще жестче? Мне что-то скинули, слышишь, ханати.
Не, брат, надеюсь, ты скинули в рот. А что ж, да? Нет. Кто-то тебе смог дал вообще какую-то... Мать моя женщина, отекай сюда! О. Ай! Нет! Ай, нет! Ай, я... Что? Меня зарезали как бота просто. Стоп. Ой, готовься, тут чел жесткий. Сюда на бас, а че я был? Авик Туерс! Ну я же не покупаю, я покупаю только если меня мочит или Абовин, или Сайлис. Ну Сайлис играет за меня, братик. А тут урон есть по своим, ну-ка, сейчас проверю. Ты че, братик? Братик, я взял жесткий скинчик, тебе понравится. Че там взял? Жесткий скинчик, тебе понравится. Насколько жесткий? Это секретная информация. Ой, блин, разработчик! Зачем он стоял с байте у меня? Разработчик помогает, помогает. Слушай, я... Нормально! Опа. Пацан, ну, мне кажется, сейчас напомню... Сейчас Алиса накажет, не? Не-не-не, смотри. Слушай, ну не жесткая команда, посмотри. Все плюсовое КД играют почти. Не, у нас один чел 0 КД играет. Ну тогда тоже плюсовое КД. Я турелью буду в этом раунде, короче. О, нормально. Смотри, что разработчик пишет. Кем-то ПК, я твой подписчик. Нет! Нет, это я был! Идемте покупать. Спасибо, о! Братик. Ну что, ребят, я понял, меня очень любит. Решил мне подарить скинчик за 700 голдишки. О, он подешевел, о, видели? Наклейки. Блин! Блин, ты... Я не успел. Ладно, покупаем. Идемте дальше. О, я беру АК-12. Братанчик, у меня скинчик жесткий. В смысле, какой еще жесткий? Дядя, уже в прошлом раунде был жесткий. Ты знаешь, сколько голды потратил? Мне дали погонять жесткий скинчик. Отойди, отойди, твоя нычка. О, нет. Нет! Нет! Ай, нет! Как вы там спрятались, чтобы по вам не попадало ничего? Тебе повезло очень. А-а-а! Ты видел? Сзади, сзади, сзади еще. Он, нет, справа, справа. Он бежит в пол, смотрит, дорогая. А что за ерунда? Это софтер какой-то, видели, как он рывками ходит? Ребята, легендарный камбэк пошел. Ой, Абовин, я взял М4-1. Готовься, я тебе сломаю кабину. Я пошутил. Или нет. Вот у кого-то такая же М-ка есть среди КТ-шников, так что советую поаккуратней. Не-не-не, пацаны, я сейчас сломаю кабину всем. Нет, нет, нет! Кто такой? Фух, я думал, это Абовин. Фух, пронесло. Ой, у Абовина тоже интересный скинчик тут, я вижу. А, у нас смотри, что разработчик делает. Я кочу, я разработчика заберу. Это КРТХ? Это мог быть я! Абовин, ты чё, вы просто такие скины дорогие! Погоди, чё у нас разработчик не тащит? Нам 3 раунда ещё взять, чтобы выиграть. Разработчик не на киллы играет, он играет по брейну. Ластовый раунд для нас, возможно. Но надеюсь, нет. Ты в нас не веришь, да? Пацаны, я ещё один жёсткий скинчик взял. Ну, надеюсь, ну, он не очень дорогой. Я снизу, если ещё бегу. Фу. Нормально. Не забирайте спину, я бы сейчас кентухе показал, какая это ха, статрек. О, это я думаю, кентуха не хотел бы. Ой, сюда. Не, ребят, это легчайше, просто я слишком жесткий, чекайте. Просто смотрите, что я творю. Так. Фига, кентуха на скейте чисто прокатился сейчас. Ребят, это называется легчайше для величайшего. Погоди, мы вдвоем нас кинул разработчик. Нет, разработчик. Сталис, брат, давай с тобой тут запрячемся. Давай, давай, давай. Иди за мной, иди за мной, тут тупнычка будет. С двух сторон. Давай я тут, ты там. Да-да-да-да-да-да-да-да. Нет, 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 там кто-то был! Давай, прикрывай. Хаешку ему дал. Хорош, брат. Нет, 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 я слепой! Пацаны, я вас слышу. Давай! Там Абовин! Пацаны, дефаем, дефаем, не ссым. Нет! Нет! Опять АКР Фабрик Шторм! Ну ты надоела, Боба! Погнали покупать! Спасибо Абовину! Еще один АКР Фабрик Шторм! Смотри, ты уже все с наклейками скупил. Зашибись, мужик. У меня просто нет слов. Как же это дорого? Как же это дорого? Ну че, пацаны, перемещаемся в карточку номер 2. Брат, откуда у тебя вообще столько голдишки на такие видосы? В смысле, откуда, братик? От булдропщика! Кстати, ты в курсе, что в нашем любимом булдропщике вышло обновление? Добавили новый ивент Фабрика Эльфов. И знаешь, что ты можешь получить? Карамель. Эту карамелечку ты меняешь на халявные скины. И это все бесплатно. Ну и сверху над моей башкой вы видите секретное слово. Вы его вводите и забираете свой приз. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Ребята, вы посмотрите, кто зашел за них. Что вы уже, Велю подмогу зовете, да? Не справляйтесь сами, без Велечки не можете. Веля сейчас я покажет дорогущие скины настоящие. Братва, я прямо сейчас вас уничтожу. Считайте мой тех вслух все. Масленок. Минус один! Велю забрал капота! Братва, влетаем! Ля-ля-ля-ля-ля! Не-н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 е! Нет, я слепой! Нет!
Нет! А это другой скин? Это дешевый, вроде как. Начало хорошее. Идемте покупать. Опять дешевый скин. И знаешь, что самое плохое в дешевом скине? Что он резко может стать дорогим. Сейчас М9 выпадет. А, ну, повезло в этот раз. Вот это то, что надо. Вот это то, что я люблю. Идемте дальше. Нормально, у нас чел последний жесткий. На него вся надежда. Воу-воу-воу-воу-воу. Ай, блин, негодник-то какой. Я ему шанс давал, но он что-то не стрелял даже. Посмотри, как наша команда играет. Да не я один килл дал. Канат, бомжи. У меня прикольный скинчик интересный. Пацаны, вы сейчас бы видели, что сейчас происходит. Мама дорогая, что происходит? Упор в порошке, сейчас будет жестко. Вы что, мы 40 взяли? Да-да-да. Да-да, почти. Не-не-не-не-не-не. Нет, кажись, я спалил, вы делали подсади. Не, пацаны, не вздумайте. Ой, хорошо попадаю. Братва, толпой бежим! Толпой! Нас забрали! Ай, меня окружили. Фейкую. Иди сюда! Давай перед сливом раунда, давай! Нет! Нет! Это было легендарно. Это был такой эпичный момент. Ну, я бы не сказал, что прям легендарно. Блин, ну пацаны, ну зачем? Ну это очень жестко. А ты видел, что я тебя убил вообще? Конечно! Идемте покупать. А ты что? Как дешево, спасибо тебе большое. Мой ты миленький. И ты сразу, что ты меня любишь очень сильно. Спасибо, брат. Спасибо, лучший. Блин, ну зато цена красивая. Класс, 95! Было! Блин, у меня тиммейты какие-то боты. А у нас Веля. Кентуха, ты гонишь? Ничего, бой нахуй. Короче, была не была на мужика. Кентуха со своей пушечкой любимой. А теперь смотрите. У него тиммейт АФК, как всегда, можешь кентуху забирать. Да, слышишь, с тебя забери. А, стоп, а какой это плен? Я на А. А, блин, это не тот плен. Ладно, я понял, пацаны. А что если у меня есть скинчик, который не вышел еще на рынок? Реально? Да. Ну, брат, ну я буду сам его оценивать, сколько он стоит тогда, если он не вышел. Нет, да блин, обоим там в спину. Идемте покупать еще один АКР Фабрик Шторм. Ну что, ребят, я понял, меня очень любит, решил мне подарить скинчик за 700 голдишки. О, он подешевел, видели? Наклейки. Блин, ты... Я не успел, ладно, покупаем. Это эйс, пацаны. Данек просто бегает, как ботов стреляет. У меня авик есть интересный один. Авик? Братик, ты хрустишь, что он тебе не поможет? Посмотри, как мои типы играют, просто стабильно. Готов на запросы выставить. Дядь, готов, ты посмотри, как мои тиммейты играют. Стабильно ноль. Где-то. О, у меня... Ё-моё, все, пацаны, вылетаем. Это кто? А, это... Блин. Лежать! Нифига. Кто остался? Веля, он берет авик ТХ, надеюсь, а не взял. Не, я скин от Вели не покупаю. Нет! Какой бот! Ребята, легендарный камбэк. Начинаем тащить. Пацаны, у вас же там дешевые скины, надеюсь? Пока да. У меня очень дорогие. Насколько дорогие? Ну прям 100 тысяч минимум, он, думаю, стоит. Ты чего, гонишь очищу авик ТХ? Не, у меня дигл. Аурей? Сам угадаешь, какой. Да ну блин! Опять обовин! Идете покупать. Ну а сейчас у нас обратно рандомный скин. Аппарат набирает 3 удаленные коллекции. Закрываю глаза и... 500 голдишки. В смысле, что? Тебе везет, на дробовички. Это я должен был сказать. Что? Обалдеть. 500 голды в никуда. Класс. Как тебе мой пиксель? На, дядь, ты тактику пикселя использовал. Это тактика маслят запрещенная. Ее нельзя использовать вообще. Ё-моё. Что происходит? Да чего они не стреляют? Веля разваливает кабинеты. Веля! Не, ну Веля, конечно, киберспортсмен знатный. Так, ребятки, а че там у вас по дропчику? Ой, я вижу, Веля взял какой-то неймли скин. Тут твой любимый калашик, кентуха. Не. Только не вредите, что у вас такая РТХ 100 трек, я вас умоляю. Да даже не думайте, пацаны. Это бой был! Нет! Блин, я вам там вантапы раздавал, а вы там просто на месте бегали что-то. Это габелло. У меня Веля играет лучше, чем сама команда. Не, пацаны, вы где-то тут крысти? Ну, почему шагов не было? Опа, Веля тащит, легендарный калач. А теперь смотрите, пацаны, выигрываю. Что, Веля сейчас... Да, Веля, да ты надоел! Слушай, ну вы выиграли самое интересное. Я не знаю как. Братва, ну Веля играет 3 раза лучше, чем Сайлес. Тебе главное Велю забрать, и все это для вашей команды изи. Ой, да ты что? Ой, минус Веля, это изи раунд. Ой, хана, по мне 3 флешки прилетело, это рекорд. Салам алейкум. Там чел просто бегает, не понимает вообще, как... А где вы? Где вы? А где кентуха? Нет, обоим снизу. О, ты что тут забыл? Нет! Дефай, быстрее, дефай. Не успей. Не, добрали. Ну, посмотри, что гоните. 7-1, габелла! 7-1, нас просто Веля тащит соло нам катку. Вот и Веля, негодник-то какой. Веля, это двуключевый пин, прилогинься. Мужики, что мы вам сказать? Ну, мне кажется, что это какая-то габелла, не? Не, думаю, это изи для вас камбэк сейчас будет. А что за фигня, у меня перчатки пропали? Где мои перчатки? И Веля залагал на месте, это все, минус раунд. А ну-ка, заберите меня, у меня перчаток нет, где мои перчатки? Ой.
пацаны! Даем вам шанс. Шансик небольшой. Вы что, реально сейчас не опять не раздефаете, мужики? А, ура! Что? Без звука. Ой, а где? Нет! Нет! Отстань! Сталис, отстань! Почти поймал. Че за фигня? У меня закрыта нет перчаток, это нормально? Брат, зачем тебе перчатки? Ты же в доме сидишь, зачем тебе перчатки? Да. Они до сих пор, кстати, не поняли мою нычку. А, сюда! Понял. Кендурик что-то разогнался куда-то. Братанчик, ты чё? Кто это такой? А ну сюда! Чё? Родненький. А, что? Велик в клатче. Нафига он залагает? Все, пацаны, или сядь. Вы пока на 5 секунд он залагал, вы сразу раздефали, воспользовались его положением. Не, пацаны, Веля чуть сегодня реально не в форме. У него интернет в студии залагал. Рома Грис кабель перерезал. Ой, кто там? Ах, я понял, значит, тут. Нет! Нет! Девочки-самурай! Ну, погнали покупать. Спасибо большое, хотя бы один скин. Я не продам цепочку. Капели. Чисто чел, дефай! 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 Что он делает? Дефай! Я таких дубовников никогда в жизни не видел. Ну что же, леди и джентльмены, с вами был бедный, несчастный Кент АПК и супербогатые ютуберы по имени Сайлис и Абовин. С вас лайк, подписочка, сердечки, всем чао-какао, пока-пока.